Привет, посетители магазина Sidex.ru. Я говорящий внешний жесткий диск Western Digital. Сейчас ребята из Sidex Lab расскажут обо мне кое-что интересное и покажут, как отличить меня от подделок. Стационарные накопители серии WD Elements от компании Western Digital получили прибавление в объеме. Изначально эти внешние USB-накопители формата 3,5 дюйма являются самой простой версией во всем семействе внешних HDD этого производителя, а потому они наименее привередливы и наиболее просты для использования. Но даже эти, с виду простые устройства, имеют дополнительные возможности, доступные, если в руках у вас устройство с официальной гарантией производителя, о праве на которую мы постоянно напоминаем покупателям магазина Sidex.ru. В конце обзора мы расскажем, как отличить серое устройство от устройства с официальной гарантией. А сейчас рассмотрим поближе сам USB-накопитель. В этом обзоре участвует терабайтный представитель серии WD Elements. На упаковке всегда должна быть информация на русском. Это говорит о том, что устройство продано в правильном регионе. Коробка, как и всегда у Western Digital, достаточно информативна. Здесь отмечены объем накопителя, поддержка USB 2.0, сбоку список комплектаций и совместимость с операционными системами, в том числе с Windows 7. Также здесь примеры количества вмещаемых накопителем медиафайлов. На нижней грани коробки наклейка с серийным номером и краткой информацией о гарантии и поддержки, подробности которой в документации устройства, а также на официальном сайте производителя. Комплект небольшой, но присутствует все необходимое. USB-накопитель формата 3,5 дюйма. Листовка с информацией о технической поддержке, в том числе на русском. Схема использования и подключения устройства с информацией о гарантии на оборотной стороне. Блок питания. Кабель для подключения устройства к USB. Накопитель стационарный, располагается на поверхности он горизонтально, боковые поверхности глянцевые, а верхняя и нижняя матовые и более практичные. На одной из боковых граней расположено все, что связывает HDD с внешним миром: разъем подключения питания, USB-разъем и индикатор включения. На нижней поверхности надежные резиновые ножки, присутствие их сложно переоценить. Перфорация охлаждения отсутствует, так как в данной модели используется достаточно холодный внутренний HDD. USB-кабель, идущий в комплекте, имеет достаточную длину, чтобы установить устройство там, где хочется. WD Elements – сама простота, подключил и работай. Горизонтальное положение девайса обеспечивает устойчивость и, как следствие, сохранность ваших данных. Производитель отдельно отмечает совместимость с Windows 7, и, как ни странно, HDD действительно без проблем обнаруживается семеркой. Просто подключив Western Digital Elements к компьютеру, вы сразу получаете возможность резервного копирования или хранения важных данных, музыки, фотографий и фильмов. Уровень шума устройства в пределах нормы. Скорость копирования и записи стандартна для USB-носителей – в районе 25-30 мегабайт в секунду. Еще стоит отметить экономичность девайса. И, кстати, не забудьте переформатировать в NTFS, если собираетесь хранить файлы объемом более 2 гигабайт, при этом скопировав, конечно, все необходимое с внешнего жесткого диска, так как и софт, и документация расположены в корне устройства. Стандартные утилиты для резервирования, синхронизации и обслуживания можно обновить, посетив официальный сайт Western Digital. И здесь же можно зарегистрировать свое устройство, при этом убедившись в наличии официальной гарантии производителя, срок которой в данном случае составляет 2 года. Для того, чтобы получить доступ к новым возможностям и поддержке пользователей от производителя и узнать, обладает ли купленное вами устройство официальной гарантией, в случае с продуктами Western Digital все очень просто. Достаточно посетить официальный сайт компании в нужном регионе. В разделе меню «Поддержка» есть пункт «Гарантийное обслуживание и RMA». Перейдя в него, следует выбрать пункт «Конечные пользователи», а затем «Проверка гарантии». Здесь необходимо ввести серийный номер приобретенного вами устройства, выбрав соответствующую страну. Enter. Перед вами появится информация о гарантии и ее сроки. В случае, если устройство имеет официальную гарантию производителя, как мы наблюдаем с устройством, купленным в магазинах Sidex, вы получите сообщение о том, что ограниченная гарантия действует, и о ее сроке. При этом срок гарантии можно скорректировать, если у вас есть соответствующие документы о покупке. Пошаговая инструкция прилагается. Покупая товары с официальной гарантией от Western Digital в магазинах Sidex, вы получаете поддержку и гарантию от производителя, а также возможность поучаствовать в усовершенствовании продуктов и наделить свое устройство новыми функциями и возможностями. И в завершении помните, друзья, в магазинах Sidex всегда убойные цены на электронику. Не прощаемся, до встречи в следующих обзорах от Sidex Lab.